Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Марина, и с вами в эфире интернет-магазин пряжи «Клубок впрок». Сегодня у нас для вас очередная новиночка в нашем ассортименте. Давайте посмотрим! Для обзора я подготовила вот такой моточек пряжи турецкой фирмы Yarn Arn Merino Balki. Традиционно начнем с этикеточки и посмотрим, что заявляет производитель. Итак, у нас моточек 100 грамм. В нем всего 100 метров, и это говорит о том, что пряжа достаточно толстая. Вообще на рынке пряжи я люблю зимние вещи вязать из толстой пряжи, и мне всегда очень сложно подобрать именно так, чтобы связать ровно из одного моточка и только в одну нитку. И вот этот вот как раз идеальный вариант. Итак, 30% шерсти, 70% акрила. И если вы решите связать из этой ниточки, то вам потребуется спицы 7 мм, крючок 8 мм. По заявлению продавца, не стираем в машинке, не гладим утюгом. И значит, на кофточку 500, среднего размера нужно примерно 500 грамм, то есть это будет 5 моточков пряжи. Давайте теперь посмотрим саму ниточку. Как я уже сказала, ниточка сама по себе очень толстая. И я из этой нитки вяжу очень популярную модель шапочки-лягушка. Среди подростков это какой-то хит, и уже второй год у меня регулярно заказывают эту шапочку. В этой пряже достаточно много акрила, и благодаря этому эта шапка получается у меня из этой пряжи очень ноская, ее можно спокойно стирать и даже в машинке, и ничего с ней не происходит. Тут достаточно объемный акрил, поэтому шапочка получается теплая за счет того воздуха, который попадает вот в эту объемную скрутку и, соответственно, добавляет достаточного тепла. Смотрите-ка, здесь ниточка даже сама уже начинает раскручиваться, она начинает расслаиваться, но только на начальном моточке, дальше она, в принципе, достаточно себя хорошо держит. При раскручивании обратно скручивается в свою форму, и поэтому в вязании из этой пряжи проблем вообще не будет никаких. Она отлично подходит для начинающих рукодельниц, потому что из этого моточка вы шапку получите буквально за пару часов. Ну и также из нее хорошо вязать свитера с какой-нибудь объемной вязкой, например, с какими-нибудь косами, узорами, и определенно это будет быстро, легко, и этот свитер будет привлекать внимание. Также в этом сезоне невероятно популярно вязание повязки на голову, и из этой пряжи вы справитесь буквально тоже за несколько часов, и у вас уже новая обновка. Каждый раз в новом цвете. У фирмы Yarn Arn вообще совершенно всегда замечательная история с цветовой палитрой. То есть здесь вы всегда найдете достаточно спокойные тона. Такой вот, смотрите, серый. Он мне даже, я бы сказала, что это такой цвет мокрого асфальта. Вот такой вот зеленый, оливково-болотный. И, соответственно, яркие цвета, что очень модно в этом сезоне. Вот такой вот достаточно ярко-розовый, ярко-зеленый. И, смотрите, они даже вместе друг с другом будут сочетаться как просто совершенно красивые вещи. Ну и, собственно, подведем итоги. Турецкий производитель Yarn Arn. Марка Merino Balki, пряжа для объемного быстрого вязания толстыми спицами, подойдет для вязания теплых кофточек с объемным узором, невероятно хороша для шапок, снудов, повязок, которые сейчас очень модно набирают популярность именно толстого вязания. Также можем предложить вам спицы, крючки, маячки и все-все-все, что вам потребуется для вязания. У нас очень быстрая доставка, и поэтому, как только вы закажете, ваша ниточка, пряжа попадает в стоп, и уже никто не может купить, хотя вы можете также приехать в наш магазин и собственноручно пощупать, поглядеть, повертеть. Если не можете, мы это сделаем за вас. Пока-пока!